Коварная болезнь разрушала Евгения Моргунова изнутри, а он улыбался всем бедам назло. Актер ни дня не мог прожить без розыгрыша. А ведь у него был сахарный диабет, коварная болезнь, которая постепенно разрушает человека изнутри. Недуг диагностировали в середине 50-х. Таким он успел сняться в фильме «Молодая гвардия» в 1948 году. Спустя 13 лет в комедии «Самогонщики» Евгений выглядел уже совсем по-другому. Из-за болезни бедняга облысел, поправился с 80 до 130 килограммов. Но не отчаивался, болезнь разрушала изнутри. А Евгений Моргунов улыбался всем бедам назло. Легендарный актер и дня не мог прожить без розыгрыша.